Привет, бойцы! С вами проект Muay Thai CK, я Варченко Виталий. Сейчас ты увидишь невероятного пацана из Армении, который превзошел и Брюса Ли, и шаолинских монахов вместе взятых. Когда я увидел то, что он сделал, я был просто в шоке. А ты, когда увидишь то, что он сделал, напиши в комментариях, что ты об этом думаешь. А в конце, после того, как он это сделает, мы с тобой попробуем повторить что-то похожее. Я вешу 72 килограмм. Вот. Я армянин, я в Армении поставил. Здесь есть мировой рекорд. В книге уже написано. Сейчас заявка отправлена Гиннес уже. В одной руке отжимания за 30 секунд 65 раз. Потом в одном пальце отжимания за 120 секунд 120 раз. Но сейчас буду выполнить в одном подходе, в одной минуте, в одном пальце отжимания, хоть 60 раз в одной минуте. Ты размялся, ты готов приступать? А какую команду ты предпочитаешь на старт? Я скажу, да? Ну давай, раз, два, три, поехали. Ты когда уже 50 секунд, ты мне скажи. Слушай, 60 секунд, 50 секунд тебя предупредить, 50, да? Хорошо. Итак, друзья, раз, два, три, поехали! Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну как вам, ребята? Вы посмотрите, что он чудит. Он это делает на одном пальце. Он отжимается на одном большом пальце. Я делал обзор на шаолинских монахов. Кстати, ты можешь посмотреть его в подсказках под видео. Так там мастера, которые занимались по 30 лет, рассказывали о том, что они достигали этого суперпика благодаря внутренней энергии. А тут пацан лет 25 клепает 60 раз за одну минуту. Блин, просто наслаждайтесь. А в конце мы попробуем это с вами сделать. 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80! Еще 2 секунды. Фантастика, друзья! Ну что, Арон, ты доволен? Расскажи. Доволен, потому что я сделал мою подарку Лилу Сарчеву. Я обещал, я сделал. Все. Вы слышали? Ну как тебе видео? Скажи, это просто невероятно. Я сам был просто в шоке, когда это все увидел. А теперь поднимайся с дивана или со стула, где ты сидишь и это все смотришь. И мы с тобой вместе попробуем сделать что-то подобное. Для начала сними футболку. Парень был с голым торсом. Наверное, весь секрет был в этом, а не в его тренировках. Хочу тебе сказать сразу, что я не тренирую на тренировках, да, там, отжимания на пальцах или стоечку на, тем более на одном пальце. Ну, я как бы не вижу в этом особого смысла, но мне стало интересно. Я просто отжимаюсь, ну, отжиматься могу, да, но на одном пальце, я думаю, большинство людей так само. Даже я уверен в том, что большинство людей 50 раз не отожмется просто на ладошках. А мы с тобой начнем с кулачков. Становимся на кулачки, делаем 10 раз разминочных отжиманий. Просто разомнемся. Отлично. Ручки размяли, раскрутили. Теперь переходим к более сложному варианту. На кулачках. Если тебе больно на кулачках, пробуй на ладошке. Но если тебе больно на кулачках, на одном пальце ты точно не вытянешь. Поэтому начинаем с кулачков. Один кулак, одна рука. Пробуем. Думаю, пятерочки достаточно для разминки. Честно говоря, на тренировках я не отжимаюсь на одной руке. На тренировках я делаю только взрывные отжимания на кулачках. То есть, ну, это нужно для удара. Все остальное это силовая работа, в которой, ну, лично я не вижу особого смысла тратить на это время. Но мне стало интересно. Ну что, пробуем на пальчиках поработать. Сначала давай на пятерых. Не просто, хочу тебе сказать, работать на пальцах, особенно когда жесткая поверхность и скользкая.
пальцы разъезжаются, суставы болят. Я не представляю, как можно натренировать такие пальцы, чтобы выдерживали весь вес твоего тела, тем более один. Я видел, как ребята на двух отжимаются. Это еще как-то две опоры. Но один — это просто невероятно. Попробуем. Нет, не попробуем. Я даже не стану на один палец. Я сразу это чувствую. Мои разбитые кулаки и суставы не выдержат этого напряжения. Но мы можем сделать читинг. Мы можем поставить один пальчик, а всю массу пустить на две костяшки. Ну а что, хоть как-то. Ну хоть так, скажем так. Напиши в комментах, сколько раз ты отжался на кулачках, на одной руке и на одном пальце, если у тебя получилось. Ну только честно, конечно, комменты твои никто не проверит, но мне интересно, сколько вообще людей может отжаться на одном пальце. Шаолиньские монахи тратят десятилетия для того, чтобы научиться стоять на одном пальце. А потом показывают это как что-то невероятное такое, он встал на один палец. А пацан лет 25 вышел и отжался 80 раз на одном пальце. Это вообще невероятно. Подписывайся на канал, ставь лайк, делись видео с друзьями. А если ты хочешь поднять свои навыки именно бойца, забирай видеокурсы по ссылкам в описании под видео. Настойчивости в тренировках. Эффективные методы и системы физподготовки. Увеличь свою силу удара, выносливость и взрывную мощь. Ссылка в описании под видео.